две пятерки и две шестерки. В серийном номере у банкноты 1000 тенге, который лежит на байковой поверхности 29 февраля. Пятерка. Это число духовной власти. Но дело в том, что пятерки в этой банкноте разобщились далеко друг от друга, и зеркальные цифры тоже не входят. Поэтому энергетика духовной власти не получает усиления в этой банкноты. Шестерка – это число любви. И вот две шестерки воли и судьбы в этой банкноты расположились слитно. Поэтому энергетика любви в этой банкноты получает усиление в два раза. Вот такая банкнота.